до первого века нашей эры, когда на смену амфорам пришли деревянные бочки, они были самыми распространенными сосудами для брожения, хранения и перевозки вина, а также для транспортировки масла, оливок и даже сухих фруктов. Не вполне подходящие для этой цели, но обладавшие странной привлекательностью, амфоры изготавливались во множестве форм и размеров, в зависимости от региона или индивидуального производителя. Емкость большинства сосудов составляла от 25 до 30 литров. Амфоры расширялись в верхней части от конусообразного донышка и были снабжены двумя ручками. Такое устройство позволяло переносить амфоры за оба конца, так как полный сосуд был неподъемен для одного человека. Даже пустая амфора весила примерно столько же, сколько вино, которое в нее наливали. Как и бочки, которые впоследствии пришли им на смену, амфоры можно было вращать, хотя в отличие от бочек их переносили, а не катили по земле. Форма амфоры затрудняла хранение в вертикальном положении. Поэтому в винных погребах амфоры обычно прислоняли друг к другу. Современники подмечали, что в таком виде они были похожи на пьяниц, раздувшихся от вина. Когда было необходимо поставить амфоры вертикально, делали подставки из обожженной глины, дерева или ивовых прутьев, а при морской транспортировке их помещали в гнезда деревянной решетки или в слой песка. Большая часть вина перевозилась по морю, но морская торговля также была рискованным предприятием, и сотни тысяч амфор до сих пор покоятся на дне морей. Вот, то есть те, кто любят, например, нырять в морские пучины, могут взять это на заметку. И кто имеет неплохое водолазное соображение, что, как здесь сказано, еще сотни тысяч амфор находятся на дне морском, где плавали греческие торговые суда. Большие грузы вина утрачивались безвозвратно, когда корабли тонули во время штормов или разбивались о прибрежные скалы. Особенно много остатков кораблекрушения, содержащих винные амфоры, находится вдоль южного побережья Франции. Однако одно такое место было исследовано морскими археологами, обнаружившими 10 тысяч амфор, где содержалось до 300 тысяч литров вина, что эквивалентно 400 тысячам стандартных бутылок. По современным оценкам, около 10 миллионов литров вина ежегодно отправлялось морским путем в Галлию через Массалию, главный греческий порт для торговли с народами, населявшими территорию современной Франции.